Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Пятый день, и 25 миллионов рыбы я забираю. Так, что у нас тут? Заканчиваются ресурсы. Да и фиг с ними, что они заканчиваются. Так, Беззубик, что ты мне принес? Опа! Это что такое? Это новинка, друзья мои. Скорожал, ну наконец-то я его поймал. Да-да, друзья мои, скорожала у меня не было. Именно за ним Беззубик летал целый месяц. Ну, это я, конечно, утрирую, но все равно долго он искал его. Не веришь, можешь посмотреть серии. Так, ну что, давай забираем с тобой, короче, рыбу здесь. У нас в данный момент 364 миллиона. И я думаю, что будем сейчас прокачивать кого? Громобоя, да, что первого, что второго. Они где-то здесь у меня тусуются. Так, этот... А, все. Этот, ребята, свое отработал. Сотый левел он получил. И это круто. Значит, у нас остается... Так, а ты, Бусурман, будешь в конце концов прокачиваться-то у меня? Да неужели? Ну неужели, а? Крылатый ужас. Молодец. 91 уровень он получил. Так, сейчас мы посмотрим, что нам быстрее и кого проще. Его или же все-таки Беззубика? Ой, Беззубика. Вот его. Тут 93 уровень. Я думаю, что нам проще Громобоя, да? Так, он полетел. Все железо мы с тобой потратили. Но, тем не менее, он получит 95 уровень. Значит, нам еще хватает на прокачку этого хламончика. Не хватает буквально немножко рыбы. Так, сейчас мы это дело с тобой исправим. Рыба у нас вроде бы как тут есть. Древесина тоже у нас есть. Так, почему ты стоишь? Почему ты у меня за рыбой не отправился? Весночес, который доставляет нам 94 миллиона рыбы. Так, что-то тут вообще, ребята, у меня... А что... А-а-а, слушай, ты смотри, он у нас в плюсе, ребята. У него идет повышенная добыча, потому что мы с тобой поставили статую. И, видимо, она уже сделалась, да, мы в тот раз... Ее как раз активировали, вот она. Вот она, статуя эта. И, кстати, ее можно улучшить, если, друзья мои, у нас будет 60 светлого янтаря. Да, дороговато. Так, ну что, посмотрим, ребята, что нам здесь выпадет. Мне бы хотелось получить, конечно же, железо. Тусклый янтарь меня не особо интересует. Итак, сколько? 3 штуки, спасибо большое. Я думаю, что сразу его отправляем в следующее приключение. Блин, хороший костюмчик, мне нравится. Мы тратим, чтобы отправить его, тоже железо. Представляешь, мы тратим железо, чтобы отправить его на приключение. Так, модификрылка полетела за добычей, за рыбой. Давай-ка у этих заберем все. Тут треска, тусклый янтарь. Отправляем его на дальнейшие поиски. Здесь давай тоже с тобой заберем. Так, вперед за рыбой. Все, все рыбацкие хижины уже заняты. Быстро, быстро мы, однако. Ну а ты что мне принес? Листочек и опять же тусклый янтарь. Так, по обменке у нас тишина. Нет, это мне не нужно. Так, ну что, Беззубик, давай попробуем с тобой теперь найти скорожала. Мы отыскали. Или как его, скорожал? По-моему, скорожал его звали. Сейчас мы посмотрим. Да. И мрачнозуб. Вот теперь кого нам с тобой стоит искать. Мрачнозуба. Да-да, именно его. Так, ну что, Барсик, давай посмотрим, что ты мне тут... А, ты только отправился, понял. Так, тебе за древесиной. Эти не могут никуда лететь, потому что у них все собрато. Пускай летит. Блин, у нас все занято. Все рыбные места, друзья, уже забиты. Представляешь? Вот такое вот бывает. Значит так, рыбы у нас почти 300 миллионов. Значит, я могу прокачать...
нашего крылатого ужаса. Отправляем его на обучение. Шикарно. И еще 228 миллионов рыбы у нас осталось. Так, если я не ошибаюсь, нам не хватает именно двух драконов всего лишь. Так, как мне там глянуть-то это, посмотреть? Кузня. Да, ребята, двух драконов. Вот как раз это будет крылатый ужас и тот самый громобой. Так, найти снеговика. Нашли. Толку, правда, от этого мало уже. И давай-ка мы откроем с тобой паки. Бесплатный поехал. Так, монетки мы забрали. Ну, а здесь у нас выпадает шторморез, пристиголов, шепот смерти и ресурсы. Также и рекламный. По-быренькому надо глянуть. Ну, монетки это понятно. Древоруб, чудовище, шторморез. Ну и в принципе все. Так, сегодня продолжаем с тобой играть в наши события. Опачки, опачки. Тут, друзья мои, еще одно подоспело. Выживание будет доступно через один день, 19 часов. Ну а пока мы все-таки будем проходить драконий корень. Именно эту угрозу нам нужно ликвидировать. Так, и сразу нас встречает мини-боссик. Не забывай, что у нас нету Барсика. Вместо него у нас в команде Костолом. Так, выглядишь довольно прикольно, чувачок. Довольно прикольно. Такой весь переливается. Мне нравится. Да хорош ты, жук. Ты чё? Ты совсем, что ли, припух? Ну, тут две волны. Надо быть очень аккуратным. Я даже, наверное, сделаю вот так вот. Упс. Ну, тут понятно. Начинаем, конечно же, с этого хламона. Блин, тут тройной удар. Эй! Чего вы творите-то? Посмотри. Мне не нравится такой подход. Сейчас они вдвоем бомбанут. Но этот не успеет сделать суперудар, и слава богу. Мы с тобой залечим раны. Слушай-ка, я удивлен, что он не стал делать свой суперудар. А мог бы кислотный этот заварганить. Значит, этот что-то мутит. Промахнулся. Он просто тупо промахнулся. Ну, в принципе, и злобный змеевик сейчас тоже, ребята, одуплится. Раз. И добили. Шикарно. Ну, вот и колесико наше. Ай-яй-яй-яй, древесина. Ну зачем? Дали бы лучше бы мне плодов мудрости. Я был бы вам очень признателен. Так, переходим на следующий поединок. Это у нас обычный. Ничего, как говорится, не дающий. Хотя после него мы получим пак. Значит, здесь у нас душитель плюс лаварык. Так, фиол против синих. Значит, нам по барабану. Сейчас мы душителя с тобой задушим. А этот что будет делать? Хотя он должен, по идее, бомбить фиолетовых. Да? У него классовое преимущество именно перед фиолом. Но он почему-то попер на красну. Не знаю, с чего его там побудило так сделать. Ну ладно. Так, этого уничтожаем. Кусаем. Залечим раны. Не, лаварык, ты ничего здесь не сделаешь. Ты уже даже не жилец. Ага, опять у нас тут шепот. Хорошо, я думаю, что пока нам не стоит тратить лечение. Вот так вот просто его уничтожим. Пока две волны, ребята, все окей. Да ладно, вот так вот просто снижаем ему защиту. И мои бравые, как говорится, бойцы просто его расписывают. Твой хил тебе не поможет, ты даже и не думай об этом, пожалуйста. Давай, кривоклык.
как-то так. Крутанули. Прилив сил. Отлично. Это приятно. Ну что, и забираем с тобой пак. Сразу же вскрываем. Так, шторморез, древоруб, ужасное чудовище. И мини-боссик у нас. Так, ну мы дойдем с тобой до 50 рун. Даже чуть-чуть подальше. 50 рун, ну это, конечно, маленькая награда. Так, смотри, громобой и тройной удар. По идее, надо как бы начинать с тройного удара. На всякий случай начнем именно так. Хотя громобой бы нам, как говорится, душевнее вышел именно по разбору. Потому что он зелень. Как ты понимаешь, наши красные имеют классы, классовое преимущество, да? Перед зелеными. Сейчас будет суперудар делать. Ну, естественно. Куда же он без своего суперудара? Я боюсь, он распишет мне. Ну. Готов. Так, громорог и опять же шепот. Синий. А вот синий как раз вот против красных, друзья мои, очень сильно заходит. Минус громорог. Так, остается шепот. Влупляем. И добиваем. Ну что, мини-боссика мы с тобой одолели. О, 75 миллионов рыбы, отлично. Это как раз наши ребята, когда прокачаются, получат по уровню, мы с тобой будем тратить эту рыбу до следующего уровня. Ну что, у нас две энергии, получается, да? Мы как раз заработаем 50 рун и передвинемся чуть-чуть подальше. А завтра, завтра мы уже допройдем это событие полностью. Так, ну что, начнем с шепота. Этот у него, ребята, очень хорошая массовая атака, да? Если, как ты знаешь, ветрокрыл наш классический, он делает заморозку, то этот, в отличие от своего братишки, вешает отравление. Причем очень мощное. Так что надо нам его как можно быстрее разобрать. Ой, сейчас, наверное, влепит. Вот. Так, а у него... Нет, ребят, я ошибся. У него не отравление, а сон. Да. Отравление это у другого, это у тройного удара. Да ладно, я думал, сейчас уничтожишь. Так, душитель. Угу. Начну, пожалуй, вот с этого. Но тут лихо, лихо мы разобрали. Так, и синева. Как ты видишь, красный против синих очень даже неплохо заходит. Добиваем. Все. Ну-ка, что нам тут достанется? Опа, еще 50 миллионов рыбы. Спасибо. Забираем свои 50 рун. И переходим на последний поединок. Получается у нас раз, раз, два, три, четыре, пять. Да, завтра допройдем это событие. И как раз у нас там подходит следующее. Так что давай. Главное, чтобы не вылетела игра, и мы здесь где-нибудь не оплошали. Ага, синева. Против синевы как раз у нас топовая команда. Погнали. Душитель. Душитель что-то начал выпендриваться, ага. Громорог. Зря ты это делаешь, парень. Ой, зря. Что, добьем? Так, и пошли теперь на душителя. Будем душить душителя. Массовая, да? Или нет? Хорошо бомбанул, ничего не скажешь. Так, кревет и шторморез. Ну что, начнем с кревета. Ух ты. Последняя волна, я не буду, ребята, залечивать моего костолома. Не вижу смысла. Пускай его уничтожают.
Вот так вот. Так, у нас понижена... А, у нас пониженная атака. Давай я сделаю вот таким вот образом. Поможет это мне? Не помогло. Ну и фиг с ним. Все, ребята, прошли. 25 миллионов древесины. Ну и все. Все. Тут у нас 500 лямов. Мы с тобой переходим вот сюда. И энергии у нас больше нету. Поэтому закрываем. Здесь у нас произошел уже обмен. Два блестящих янтаря. Ага, мы не накопили, да? Достаточное количество, чтобы ставить. Здесь у нас что по подаркам? Угу. Сейчас мы получим с тобой награду. Так. Что же там нам выпадет? Ага, вот они. Куриные ножки, зубочистки Одина. Офигеть, да, зубочистки Одина. Самые настоящие куриные. Не куриные, это, наверное, кабаньи ножки, скорее всего. Просто они выглядят так маленькими. Здесь у нас ничего нету. Здесь у нас пак. Давай-ка посмотрим. Древоруб, ужасное чудовище, шторморез. И все. Ну, я предлагаю, ребят, наверное, сходить, открыть один пак Одина. Думаю, никто не будет против. Блин, у меня сколько этих, смотрите, стоят с древесиной. И мне некуда ее потратить. Давай, может быть, кого-то отправим на учение. У нас, наверное, там, например, Буйволорд. Ты не хочешь прокачаться у нас? Блин. Так, 89 уровень. Не хочет он прокачиваться пока. А кого же мы можем с собой, например, отправить? Вот. Блин. А, так он уже все, он перерос. В академку мы с собой не можем никого отправлять. Вот именно после 100 уровня. Так как эти ребята у нас... Ага. Значит, до 100 уровня надо. Давай вот этого. А, его еще покормить надо, ну хорошо. Пускай летит. Как ты у нас? Тоже давай лети. Так, это у нас кораблекрушитель. Рыбий хвост. Пускай летит. Это у нас младшенький. Вот, невеста кривоклыка. Ага, все. Все, больше мы пока никого не можем отправить. Ну что, поехали с тобой за паком Одина сбегаем по-быренькому. Кстати, вот я не знаю, может быть, в этой команде тоже нам поставить Костолома на арене. Но здесь Барсик, в принципе, неплохо бомбит. Поехали. Начнем, наверное, с Кривета. Промахнулся. Сарделечка промахнулся, это хорошо. И все, сейчас взяли в прицел, да? Я понял. Вот когда они берут кого-то в прицел, начинают бомбить, все, ребят, тут ничего уже не сделать. Но мы все-таки первые наказали. Опа! Ты видал? Вот такие вот бывают фокусы, ребята. То есть он просто тупо промахнулся. Это дает нам шанс хильнуться и еще и ударить. То есть все. Даже если они сейчас распишут штамовезом, мы все равно здесь выиграем. Хопа. И сарделечка. Раз, два. Блин, Барсик против сардельки, конечно, не особо хорош. Вот так вот мы сделаем. Повесили на него слепоту, чтобы он промахивался своей основной атакой. Ну, естественно, мы его начинаем потихонечку истреблять. Ну что, укусик. Все, первая победа за нами. Так, очередной поединок. И здесь у нас, ага, вот этот мелкий. Я начну с чудовища. Потому что, а, это кривоклык. Как он больно бомбит-то, а? Именно двумя атаками своими. Очень неприятно.
Так, ты-то в кого сейчас будешь целиться? Ну, естественно, в Барсика. В кого еще он может целиться? Так, минус Кривоклык. Давай, наверное, туда бомбанем. Трындец. Барсика, видимо, потеряли мы. Потеряли. Хил нам нужен или нет? Спорный вопрос. Наверное, пока не нужен. Сейчас еще две атаки. Бим-бим. И этот сюда же тоже две атаки сделает, да? Пока живем. Уничтожаем этого. Делаем отхил. Можно было бы, в принципе, ребята, не тратить отхил, но, видишь, можно было бы слепоту на него повесить. Но я думаю, что ему все равно крышка. Кривоклык его забьет. О, даже так. Почему он, интересно, пропустил ход, я не знаю, ребят. Замедляшки на нем не висело. Ну что, очередной поединок. Кривет, Ветрокрыл и Громорок. В кого будем метиться? Я думаю, что вначале надо бомбануть Громорога. Ветрокрыл, конечно, бесявый, да, не спорю. Но Громорог, если сделает баф, уже ничего не сделает. Так, уже у нас преимущество идет. Ага. Так, друзья, готовимся к худшему раскладу. Заморозки. Да, это, кстати, не есть хорошо. Нет, я тебе скажу, даже больше, это вообще нехорошо. Сейчас мы потеряем Барсика. Ну да, сейчас добьет. Это что такое, ребят? Это две атаки, они промахнулись, ты прикинь? Так, смотри, что я делаю. Я атакую сюда. Нам нужна с тобой слепота. Нет, уже не поможет. Уже, друзья мои, не поможет нам никакая слепота. Тут расписали. Офигеть. Я тебе говорю, заморозка это трэш. Он замораживает на два хода. За два хода может делать, что захочет. Понимаешь? А раньше, очень-очень давно, Ветрокрыл был у меня в основном составе. Да. У меня, по-моему, не было Штормореза. И как раз вместо него у нас был Ветрокрыл. И я тебе скажу, я очень даже неплохо рулил. Но потом... получилось следующее лето. У нас начали идти персонажи высокоуровневые, так скажем, да? А Ветрокрыл очень медленно прокачивался. Очень медленно, он в принципе сейчас отстает именно по уровню. Поэтому мне пришлось от него отказаться. Я не хотел, но пришлось. Вот. И потом у меня появился вот Шторморез. Он как бы по атаке он так себе. Я взял его именно как хила. Потому что если выбирать Ветрокрыла и Штормореза, у них у обоих атака маленькая, слабенькая. Единственное, что Ветрокрыл, когда бомбит, он мог еще отхиливаться. К сожалению, Шторморез такого не может делать. Но зато у него массовое отхиливание, причем очень крутое. То есть он отхиливает и еще наносит урон врагу. Ветрокрыл бьет, замораживает и хиляет команду, но очень мало. Очень-очень мало. Наносит повреждение только одному противнику. Ну что, вот так вот. В принципе, и все. Ну что, ребята, вот и пак вождя. Открываем. Ужасное чудовище. Древоруб, Шторморез, Злобный Змеек, Барс и Вепрь. И Ветрокрыл чемпион. Вот, ребят, как раз про него и говорилось. 11-й разряд. Очень слабенько пока. И мы с тобой вытащили, как ты видишь, редкий пак. Ну вот, в принципе, и все. Можно закругляться. Как говорится, идти отдыхать. Увидимся уже в следующей серии. Обязательно допройдем события и будем ждать новенькое. Тут что-то... Ага, новинка, конечно, новинка. И надеюсь, завтра мы прокачаем с тобой... Ну, до 100 уровня вряд ли, конечно, сразу же. Но наших дракончиков однозначно надо прокачивать. Это как ни крути, да, ребят?
Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.